Мохер. Нежная пушистая мохеровая пряжа отличается прочностью, упругостью и красивым деликатным блеском, из-за которого ее называют алмазным волокном. Мохер исключительно хорошо поддается окраске. Изделия из мохера очень теплые зимой и прохладные летом. Парочка интересных фактов. Слово «мохер» имеет арабское происхождение и переводится как «лучший козий волос». Родина ангорских коз – турецкая провинция Ангора. В стране долго существовал запрет на вывоз этих животных и их шерсти. И только в XIX веке они впервые попали в Европу, а затем в Южную Африку и Техас. Кстати, Южная Африка теперь считается основным регионом производства высококачественного мохера. Именно там бережно наматывают нежнейшие волокна на прочные нити шелка или нейлона.